Когалыме началась вакцинация от менингита. В городскую больницу накануне поступили препараты от опасного заболевания. Врачи отмечают, прививка однокомпонентная, не имеет побочных эффектов, действует 5 лет. У нее не так много противопоказаний. В городе за последние 3 года было выявлено всего 2 факта заражения менингитом. Обошлось без летальных последствий, но медики акцентируют. Заболевание очень серьезное, и лучшая профилактика тут – прививка. Заболевание серьезно, почти что в 30 случаях вызывает такое осложнение, как серозный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек, что, естественно, ведет за собой очень тяжелые последствия, вплоть до инвалидности. В группе риска любой возраст населения, то есть это и взрослые, и дети, да, и пожилые люди. Данная просто бактерия передается воздушно-капельным путем, также имеет симптомы, как при ОРВИ, то есть это с чего начинается подъем температуры, обычного насморка, кашля. И далее уже, если данная бактерия попадает все-таки в кровоток, в головной мозг, то уже вызывает другие неврологические симптомы. Также врачи рекомендуют обратить внимание на здоровое питание. Порой правильно подобранный рацион – лучшая профилактика. На севере идет небольшой достаток как микронутриентов, так и макронутриентов, поэтому в первую очередь нужно разнообразить свое питание. Это такими, ну, например, видами, как рыбы, где содержится очень много омега-3, омега-6 и других различных питательных веществ.